Пошел, пошел. Бля, других нет, ножниц нет, рано, сука, блядь. Рано, других рано. Ножниц Спугнул, нету, бля. Спугнул свина. Surprise, motherfucker. Моя жизнь принадлежит мне. Здорово, лысый. Россия П. Скажи спасибо за брови. Пошло сбривание. Пошло сбривание. Поставил до хорошо. Минус 5. Реально, нахуй стригся. И сорвал куш в 45 миллионов рублей. Бля, просто Шелк самое интересное, ножни видно, какие тупые ножницы. Нормально, нормально. Реально тупые ножницы. Не, в принципе, ничего удивительного. Ну или волосы жесткие прям. Жесткие, мощные. Блин, интересно, как он по улице поедет. Он по улице поедет в шапке, как он скажет, в парикмахерской. Да, я бы, да, конечно, да, на его месте бы пошел просто в магазин и купил бы бритву. Потому что так его заберут, на самом деле. Он придет в парикмахерскую. Придет в парикмахерскую, типа будет что-то говорить, но... Ему никто не поверит уже. Ему никто не поверит, да. Бля, самое интересное, ебать, я довольный. Да. Ебать, ну, просто приносит удовольствие. Блядь. Слушай, у тебя реально, блядь, тупые канцелярские ножницы. У тебя что, нет, что ли, на кухне этих самых, таких каких-нибудь? Разделочных. Бля, ля какой. Бля, чисто говоря, я бы на его месте даже, в принципе, и не брился бы, возможно. Вот так бы хуе. Так подрубай каждый стрим. Реально нормально. Смотришь на вебку и уже, знаешь, позитив переполняет тебя. Потом возьмешь еще после стрима бритву и посередине такую полосу, бля. Газонокосилка чисто проехала. Запускаешь стрим, смотришь на стримера и понимаешь, что у тебя в жизни все не так уж плохо. Бля, сейчас попас смотрит и просто молчит. Фу, ну на официальной трансляции идет просто жесткая аналитика. Surprise, motherfucker. Фил, реально жесткая аналитика. Разглядывают поднос, который вынесли. Впрочем, сколько там на пике смотрело человек? Где-то 20 тысяч. А сейчас как бреется, смотрят 30 тысяч. И зрители растут. Да блять. Сука, блять. Бля, как же он их ебошит? Ну ладно, есть те люди, которым действительно, которые сбривают волосы, действительно как-то сказывается, но в этом случае похуй. Там что так, что так. Вообще-то вообще поебать. Это в принципе из той серии, что никого не потеряли. Пациент из дурки вылез, блядь. Нормально, нормально. С каждой отрезанной прядью по 200 человек на стриме. Хорошо, хоть брови остались. Брови тоже хуяч, слышь, жирный. Блядь, пиздец, блядь. Не, давай реально брови с бреем, интересно, вырастут они или нет? Но он не слышит. Или не хочет слышать. Бля, пиздец. Моя жизнь принадлежит мне. Бля, реально, волосы не стригут. Ой, не стригут, блин, не волосы эти самые. Ножницы не стригут. Теперь Фил будет у тебя дома гонять лысого, как и всегда. Пришивочка по. Сейчас хуяк с официальной трансляции 800 тысяч придет сюда смотреть контент. Всем похуй, что там ребята выиграли, блядь, тут волосы стригут. Солдат Джейн. Моя жизнь принадлежит Орде. Блядь, просто пиздец, блядь. Ебать, слышишь, мужики реально из дурки вылез. Ебать.
Стерс, выбрей лысину, как у японских самураев. Волосы по бокам оставь. Ну так и не скажешь, как, ну, стрикся или нет, как будто болеешь чем-то просто. Реально. Бля, наушники, бля. Бля, чисто плешивые, нормально. Красиво. Слышь, Жир, ты слышишь, нет? Понял. Блять. Сука. Ой-о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 й
Боб наконец-то возвращается. Совет, бритвой будет быстрее. Какой еще жопу брить? Ножницы. Так, красава. Бля, не смотри, блядь. Вот тут такое дело, там пересмотрели результат. Приклеивай свою мотню обратно. Мы русские, с нами Оксарон. Он сам кайфует, как никогда Капо. Моя жизнь принадлежит... Бля, батя звонит, блядь. Батя звонит, блядь. Все будет, бля, вторжение в хату, походу. Давай. Че там, батя? А чего ножницами? Денег на машинку нема. Бля, попроси батю принести машинку. Я думаю, что по-любому батя сказал, что сейчас принесет машинку. Очко ставлю, бля, очко ставлю, что сейчас батя сказал, что несет машинку. Батя сказал, уже едет по-любому. Надо прикрытие, сейчас мне реально будет вставать. Держись, я уже еду. Держи, сейчас тебе машинку привезем. Сейчас будет чисто анбоксинг жирного. Нормально. Тебя вылечим. Я как раз хотел новую фотку сделать на сайте Team Spirit. Сейчас самое время. Блять. Я ни на что не намекаю, но брить на сухую дешевым станком это пиздец. Завтра будет очень больно. Закажи в экспресс доставке нормальную бритву. Моя жизнь принадлежит тебе. Красава, верю в тебя. Не подвел. Да куда ты хуячишь, блядь, этой самой станком? Ты долбоёб, что ли? И так хуй сбреешь. Тем более, если ты ещё, бля, просто так... Бля, что он делает? Слышь, долбоёб! Он не слышит. Фил, не лезь, не мешай. Ну что он делает, блядь? Нормально, нормально. Ну хуя читай брови, похуй. Все равно тебя же не спасти. Все равно не спасти, реально. Моя жизнь. Ему нравится, судя по взгляду, даже ему нравится, блядь. Надо будет потом сфотографировать и в парикмахерской показывать, чтобы так же стригли. Афинка, уходи, уходи. Мужики, реально, ну кто смотрит данное потоковое вещание, не пытайтесь повторить это дома. Нахуй надо. Я помню, я один раз побрился, жил с матерью, пришел, короче, это самое. Мать просто заплакала, была истерика, на два дня сказать, ты че, еблан? Это просто пиздец, такая грисатура была. Так что это работает, если вы живете один. Ну а сейчас папа спалил то, что его сын делает какую-то очередную хуйню. Ну как хуйню? Непонятно. Надо разбираться. Бля, без рофла папа выехал. Ты напоминаешь мне? Я жопу ставлю, что он, бля, едет с этой самой, с бритвой. Стал занимать топанин БГ 20 тысяч зрителей. Бреет голову 40. Сейчас еще брови начнут хуячить. Ну брови это 60. На очке сотка будет 100%. На очке сотки заслуженный отдых. У тебя 40 есть. Ну, Афинка, уйди отсюда, что тебе надо, блин? Там же сейчас основная трансляция уже офнула.
Сейчас все зрители оттуда будут сюда перекочевывать. А что, не офнули уже? Да-да-да, там все, заставка идет уже. И знаешь, типа люди такие заходят, типа, так, ага, что еще посмотреть? Заходят, дота раздел. А там... Ну, и мы сейчас посмотрим доточку. Моя жизнь принадлежит Орде. Блядь, пиздец, блядь. Моя жизнь принадлежит Орде. Нормально, нормально. Лучше, чем было. Ты тогда следующего инта будешь бриться? Моя жизнь принадлежит Орде. Моя жизнь принадлежит Орде. Это как вот, знаете, в картинах там есть разные виды искусства, там абстракционизм, там вот. Тут тоже вот, что вы видите, как бы, глядя на эту прическу. На её вижу жирного. Привет! Мешай! Не плачь! Надо было Анус отбеливать за Винц! Всех с победой! 50 тысяч. Ну ты в натуре коготь. Сейчас от бати в туза получишь. Плюс в чат, кто бы отпарировал этот шар. Сейчас реально, сейчас яйца пойдет брить. Вообще похуй, что брить. Руки, ноги, любые волосы поет. Сейчас, блин, папа приедет, сейчас папа за нахуй начнет сбривать. Тебе нужно знать, ешь что о короле личи. Плеть не должна выйти из-под контроля. Даже спасибо огромное за подарочные подписки. Кто-то должен занять его место. Спасибо, спасибо за сабжи. Моя жизнь принадлежит Орде. Спасибо, говорим мы, а сабжи лутает он. Врагорез 4000 на стриме. Ого, 100 подписок от Зедрона. Спасибо тебе большое, дай бог тебе здоровья. Пошло. Зедрон, спасибо большое за 100 подарочных сабжей. Да, это жестко. Тупо гуси общипали, как кусок хлеба. Еще 10, а? Предподарили. Не увидел. Там не видно. 7-7-7 вижу. Теперь ты выглядишь как клеенюк дедамовец. Жесть, чат летит. Даже пасты не успеваешь прочитать. Да, сейчас я кожу запилечу где-то. Главное, чтобы не ухо. Поздравляю тебя с перец. А сзади он состригал или это у меня так было? Все равно будет. Моя жизнь принадлежит Орде. Ебать, сова в охуе сидит и смотрит на этого шизонавта. Моя жизнь принадлежит Орде. Стилес, давай под гимн заебал. Брейся под гимн Россиюшки. Алло. Алло. Ну чё, как он? Закончил? Нормально. Спасибо. Ну я не знаю, бля, можно ещё, конечно, это, можно захуярить ещё бритвой, но я не знаю, надо, нет? Не-не, она не возьмёт, она не возьмёт. Надо, думаешь, не возьмёт? Ну вот эта, нет, часть, которая у тебя спереди, она возьмёт, а вот то, что уже там с другой стороны, хуй возьмёт. А ты откуда ты знаешь? Ну потому что, ты, в смысле, что я не знаю, что ли, как волосы работают? Блядь, а что она не возьмёт-то? Сходил в этот ваш, как его, барбершоп получил. Блядь, не, мы про барбершоп, кстати, актуально, блядь. Блатраю. Что, может ещё брови захуярить сразу? Ну давай сначала одну попробуем, если не понравится, оставим одну. Хуяная, блядь. Ивлев, хули ты на этого плешивая? Горе на брови тоже захуячишь. Сейчас, мы хуярим брови или нет? Мне похуй, я не могу. Конечно хуярим, блядь, жестко на характере. Дам 100 собак. Поддержку меня, поддержку. Как, а только слышь, а в обратную сторону их брить или на себя, типа, или от себя? Ну, бри против волоса, как он растет. Так, против волоса, бля. Только я бы на том месте бы взял какую-нибудь смазку. Нету, блядь, смазки, блядь. Ну как ты бреешься? Ну я без смазки бреюсь. Моя жизнь принадлежит Орде. Понял. Можно хотя бы горячей водой намочить, будет полегче идти. Если тяжело идет, то советую. Бля, я из дурки сбежал нахуй. Бля, слышишь, ты, блядь, ты с таких видов я хуй знает. Если ты так можешь было шапку хотя бы одеть, так вообще пизда. Пизда, бля, как на улицу выходить, бля. Скажи это Попазу, что он тебе бритву привез. Бля. Одну оставь, одну сбрей. Блядь, блядь. Кто залетел после трансляции интоксикации. Бля, просто яйцо. Шершавое такое. В пупырышках.
принадлежит. У вас получается схват лысых будет, да? Ну, не совсем. Фил еще ничего не проебал, поэтому он с волосами пока что. Ебать. Фил, давай тоже на волосы. Плюс в чат, у кого во дворе была такая же алкашиха, как на экране. Сам алкаш, понял, блядь. Сильвер, красавчик. В смысле, блядь, во дворе алкашиха? Бля, ты чел, чел поставил, блядь, ебать, 1.5 миллиона. Возможно, выплаты 43 миллиона. Почему один клоун отдувается, забывает трубку? В Твиттере. И типа, отвечает Парибач Монка С. Выплата 43 миллиона, блядь. Парибач Монка С. Что, второй хуярим или оставляем на характере, блядь, на стиле? Давай одну ты оставим на слышал, второй интернет. Спириты поверили Линде, что за парикмахерский стрим? Моя жизнь принадлежит Орде. Да хуярь вторую. Папас приедет. Да хотя бы с двумя бровями, ну типа без бровей, подумаешь, что тебе что-то случилось. Прийти. Я, блядь, с одной бровью просто скажу, что ты долбоеб. Хуярь, блядь, вторую жестко. Думаю. Моя жизнь принадлежит Орде. Бля, или вторую оставить, слышите, ну вообще стильно, блядь, выглядит так-то. Куда оставить, на год, что ли, вперед? Тебе пока ты оставишь, уже вторая отрастет, так ты будешь это балансировать. Бля, без рофлов стильно, без рофлов. Просто если вторую не сбреешь, одна вырастет, больше будет волос, а на другой меньше. Без шуток стильно выглядит, согласитесь, блядь. Видос, как на тебя. Охуенно, ну просто пизда-то, да. Сейчас пойду так же сделаю, хоть стоп. Ты, блядь, уже проебал. Бля, короче, вторую хуярю. Или нет, блядь? Что делать-то, блядь? Моя жизнь принадлежит Орде. Нормально? Сейчас вторую хуярю, короче. Моя жизнь принадлежит Орде. Моя жизнь принадлежит Орде. Бля, на самом деле я даже красивее стал, по-моему, нет, бля? Да. Однозначно. Реально четко. Да. Моя жизнь принадлежит. Хуже же быть не может, поэтому, в принципе, в целом норм. Теперь на главном сайте Team Spirit будет написано не Пукич, а Долбай. Сам, блядь, такой понял. Моя жизнь принадлежит Орде. Бля, тут столько волос со стола убирать. Это блядь, Зедрон дарит сообщество 100 подписок. Спасибо большое, Зедрон. Спасибо тебе большое, дай бог тебе здоровья. Зедрон, спасибо. Спасибо. Ебать, что, еще 600? Блядь, это что, он за бровь, что ли, сотку или что, блин? Он уже 200 скинул в сумме. А, это за две брови, что ли, блин? Угу. Моя жизнь принадлежит Орде. Ну чё, как, ебать, он? Бля, сам не могу посмотреть, блядь. Бля, ну сам ли разницы-то особой нету, без шуток. Разницы-то а я про что? То есть как будто с бровями, как будто без, они у меня не супер тёмные так-то. Ебать, ты на нервах был.